Деякі заспокійливі перетворюють людей на овочі. А Біфрен знімає стрес і зберігає мозок активним. Біфрен. Працюй спокійно та ефективно. Валюша, мать с собой забирает, ты уж прости. Да уж, куда он без меня? И тебя оставлять одну страшно. Хоть разорвись. Все будет нормально. Сама понимаешь, стройка большая, деньги, предложения хорошие. Но я их отказываться. Я не пропаду, я взрослая девочка. Ладно тебе, мать. Валюша справится. Со мной все будет хорошо, ничего не случится. Пока. Проходите, проходите. Отправляемся. Ну все. Ну все, ты уже иди, иди, ладно? Хорошо. Проходите. Извините. Ой, ничего страшного. У нас только наличный, терминал не работает. Да, конечно, без проблем. Да что ж такое, где он? Кошелек вытащили? Да. А, тут вокзал, тут такой каждый день. Это шпаны и жуликов больше, чем нормальных людей. Хорошо, что хоть карточка осталась, я ее отдельно храню. Ну ты даешь, подруга. Ну ты бы мне сейчас пин-код еще сказала. И сколько денег будет тут? Шучу. Здесь за углом есть банкомат. Вот туда иди, и там тоже не расслабляйся. Спасибо. Не за что. Ну, все. Ты куда? Мне нужно домой. Постой, так не хочется уходить. Ну вот, если бы мы жили бы вместе, то уходить бы не пришлось. Так в чем проблема? Приезжай ко мне. Думаю, мама будет не против. Ну, я хочу, чтобы все было как у людей. Знаешь, когда красивая свадьба. И чтоб гнездышко свое. Ну, все будет. Не переживай. Найду хорошую работу, и все будет. Ну, только постарайся побыстрее. Ты почему? Потому что ухажеров у меня предостаточно. Я тебе никому не отдам, ты чего? Все, я побежала. Стой, подожди. Все, да подожди. Все.
Алло. Алло, Наташа, привет. Меня сейчас чуть ли не... Что у тебя сейчас? Что случилось? Я так боюсь. Скажи нормально, я ничего не понимаю. На меня напали, но мне удалось сбежать. Мне так страшно, я до сих пор к себе прийти не могу. Как напали? С тобой все в порядке? Да, да, я уже дома. Ага. Так, успокоительное есть? Нет, раньше не было необходимости. Я сейчас приеду. Подожди, Наташа, может, не стоит? На улице уже поздно, маньяки ходят. Они меня боятся. Мой вид внушает им ужас. Все, жди, я сейчас приеду. Спасибо, я тебя жду. Алло, скорая? Тут несчастный случай. Да, есть жертва. Нет, это не авария. Адрес? Улица Маркова, дом номер 8. Да, хорошо, жду. Держи, пей. Спасибо. Может, сладенького чего-нибудь? Хорошо стресс снимает. Или что покрепче бахнуть? Давай, рассказывай, чего, как, откуда этот мужик взялся? Ты его знаешь? Видела раньше, нет? Нет, я его лица не видела. Там только силуэты были. Наверное, псих какой-то. Фух, я просто даже боюсь представить, что бы со мной было, если бы мне не помогли. А кто помог? Да я говорю же, не знаю, не видела. И все так быстро произошло, и я сразу убежала. Наверное, мужчина какой-нибудь шел, услышал, что я кричу, и решил помочь. Да, мужики вокруг тебя так и вьются. Даже на улице поделить не могут. Извини, глупая шутка. Может, в полицию позвонить? Угу. И что я им скажу? Один нападал, другой заступился. Ни одного, ни другого я не видела, не знаю. Описать не смогу. Они меня либо пошлют куда подальше, либо допросами замучают. Не хочу. Мама с папой только сегодня уехали, а я уже в историю вляпалась. И ведь обещала им, что все будет в порядке. У меня же еще сегодня кошелек на вокзале вытащили. Я вообще про это забыла. Да, тебя как будто кто-то сглазил. Одни неприятности сыплются. Знаешь что, останусь-ка я у тебя ночевать. Не нравится мне твое состояние, подруга. Спасибо, Наташка. Предварительная экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила в результате нанесения ему множества телесных повреждений. Этого не может быть. Мы просто кулаками помахали, я оттолкнул его, он упал и все. Ну, отлично. То есть факт нападения на потерпевшего вы не отрицаете? Да я не нападал. Я защищал девушку. Какая еще девушка? На месте происшествия не было девушки. Ну, сами подумайте. Если бы я захотел избить или убить этого человека, зачем мне было вызывать скорую? Я бы просто выбежал, вы бы никогда меня не нашли. Я защищал незнакомую мне девушку. Ну, а когда понял, что произошло, вызвал скорую. Ну, а девушка, она, конечно, испугалась и убежала. Ну, сами представьте ее состояние. Ну, пока все логично. Даже если вы и вступились за кого-то, это ненамного облегчает ваше положение. Скажите, а вы можете описать эту женщину? Конечно.
Я успел ее разглядеть в свете фонаря. Но я никого не убивал. Это был несчастный случай. Будем разбираться. Ну что ж, относительно причины смерти потерпевшего, то окончательное заключение будет после тщательной экспертизы. Первая же, как я говорил, была предварительной. А относительно таинственной незнакомки, с ваших слов составим фоторобот и будем искать. По всей видимости, она живет где-то недалеко от места происшествия. Я так понимаю, ты почти всю ночь не спала, да? Может, все-таки родителям рассказать? Да нет, ты что, Натах? Ну, они только что уехали, зачем их волновать? Ну, мама сорвется, сразу приедет. И что, чем она поможет? Не-не-не, я сама должна справиться с этой ситуацией. Тогда тебе надо сходить к психотерапевту и выговориться. Может, он тебе таблетки какие пропишет. Тут до сих пор, как натянутая струна, ты не скоро забудешь это нападение. Ты знаешь, я всю ночь думаю... Просто, ну, если бы мне вот этот человек не помог, то что бы было? И что, ты своего спасителя совсем не разглядела? Да нет, я же говорю, там свет мне так глаза лупил. Я видела только их силуэты. Ты знаешь это место, это дорожка между двумя домами. Я там больше ходить не буду. Да и вообще, я на улицу не ногой. Здрасте, пожалуйста. Еще скажу, что до конца жизни собираешься в квартире сидеть. Нам, между прочим, еще сегодня в институт на лекции. Слушай, Натах, может, я прогуляюсь сегодня? Не-не-не-не-не-не-не, подруга, давай вставай! Вставай, вставай! Что раскисло? Дома ты так и будешь думать об этом нападении. А в институте хотя бы отвлечешься. И вообще, я знаю, как решить твою проблему. Надо просто записаться на курсы самообороны. Слушай, это идея. Только если с тобой. Ну, мало ли, тебе тоже пригодится умение постоять за себя. Хорошо. Все, давай, давай. Собираемся, одеваемся, умываемся. Едим завтрак и идем в институт. Давай, давай, шевели копыта. Что ж, Алексей, не хочу вас обнадеживать, но дела у вас плохи. Девушку так и не нашли. Свидетелей тоже. А родственники погибшего наняли хорошего адвоката. Мы, конечно, будем с вами отстаивать версию несчастного случая, но фактов, подтверждающих, нет. Но у меня даже мотива не было убивать этого мужчину. Я просто вступился за девушку. Поймите, это всего лишь ваши слова. Я подумаю над вашей речью, чтобы суд смягчил приговор. Много дадут? Ну, вам светит несколько лет. Не думаю, что дадут по максимуму, но лет 6-7, может быть. Мама может не пережить это. У нее слабо сердце. Смотри, какие тут парни симпатичные. Я теперь точно ни одного занятия не пропущу. Наташка, ты неисправима. Ну а что? Вдруг я здесь свою судьбу встречу? Я бы с кем-нибудь из них с удовольствием на нотах поборолась. Наташа. Иди сюда. Да, ты иди сюда. У нас все серьезно. Если у тебя другие цели, тебе здесь не место. Поняла? Ага. Вставай. Построились. Тренировку начинаем с разминки. Я посмотрю на уровень подготовки новичков. После этого приступаем к изучению приемов. Направо. Побежали по кругу.
суд идет. Суд приговорил признать Громова Алексея Михайловича виновным в причинении телесных повреждений, повлекших за собой смерть, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Мама, что вы выглядите? Кто-нибудь, у тебя плохо чешется? Мама! Леша! Что я не придумала? Мам, обязательно. Мам! Леша! Алис, присмотри за мамой! Леша, я тебя дождусь Лидия Ивановна, у меня, к сожалению, совершенно нет времени для того, чтобы к вам заскочить. Конечно, конечно, моя дорогая. Я все понимаю. Мне нужно с тобой посоветоваться. Скоро Лешенька выходит. Хотелось бы встретить его как-то по-особенному. Все-таки 6 лет дома не был. Может, найдешь время, заскочишь хоть на часок? Ну, хорошо, хорошо. Я постараюсь что-нибудь придумать. Хорошо, спасибо большое. Буду ждать. Позвони, когда решишь. И я тебя целую. Всего доброго. Всего доброго. Что ты не скажешь маме Алексею, что выходишь замуж? Слушай, ну у человека слабое сердце, я не хочу его трогать. То есть будешь продолжать врать ей? Нет, приедет Алексей, пускай сам с этим разбирается. Кстати, Алексею тоже пора об этом рассказать. Ну да, конечно, чтобы он там в тюрьме с катушек слетел, узнав о том, что я его не дождалась. Нет, он приедет и пускай сам разбирается с тем, как донести эту информацию до его матери. А сейчас я не хочу думать ни о его матери, ни о сестре. Я хочу думать только о тебе, это понятно? Угу. Еще раз прошу, это понятно? Да. Я в душе. Любимая. Да. Я тогда в офис поеду. Ты как закончишь, приезжай. Я дам пару указаний сотрудникам. Ну, и поедем кольца выбирать. Я надеюсь, ты помнишь об этом. Скажи мне, как можно об этом забыть, а? Пожалуйста. Спасибо. Оплата, как всегда, картой? Да, только мне нужна еще кружка, а то босс разбил. Кто там за дядьку нарисован? Это Зевс. О, отлично, ему подойдет. Дайте, пожалуйста. Алло. Да, Наташка, привет. Ну что там? Ради бога, простите, извините. Я перезвоню. Нет, нет, все в порядке. В каком порядке? Ты хоть знаешь, сколько стоят эти туфли? Простите, пожалуйста, я правда случайно меня толкнули. Милая, надо меньше разговаривать по телефону и больше смотреть по сторонам. Как вообще Костя тебя держит на работе, не понимаю. Извините, пожалуйста. Ну что, Миш, пока сказать, что с тобой я не могу. Надо сдать еще некоторые анализы, и тогда мы сможем поставить точный диагноз. Сереж, ты же знаешь, мне болеть нельзя. У меня большая семья, бизнес. Боюсь тебя огорчить, но про бизнес тебе придется забыть. Займись-ка лучше серьезно своим здоровьем. Что, все прям настолько серьезно? Более чем. Ладно, я расскажу тебе, что еще надо сделать. Ты специально же их не облила. Пожалуйста, ваш кофе. Спасибо. Еще я с утра забежала в кофейню, купила вам новую кружку. Спасибо, Валя, я потом посмотрю. Да, как вы просили, совещание перенесла на вторую половину дня. Отлично. О, привет. Валя! Да, да. Мне сейчас срочно нужно будет уехать, поэтому, если вдруг что-то важное, пусть связываются со мной по телефону. Хорошо, я поняла. Как можно было купить такую безвкусицу, я вообще не понимаю.
Миш, ты зачем ружье достал? Да хочу одного гада пристрелить. Всю жизнь мне испортил. Ты с ума сошел? Да тебя ж посадят. Ну, тогда ты избавишься от меня. Зачем тебе старый больной муж? Найдешь себе молодого. Слушай, ну что ты за глупости ты несешь? Я тебя люблю. А потом ты не старый и не больной. Ну, прости. Шутка не удалась. Я на охоту собираюсь. И когда? Завтра утром. С мужиками уже договорился. Слушай, вообще-то мы приглашены на презентацию. Извини, дорогая, но мне сейчас не до презентации. Ты никуда не пойдешь. Слушай, я все решил. В конце концов, что страшного произойдет, если ты пойдешь на презентацию с своей подругой? Что, старички, опять ругаемся? Кого ты стариками назвал? Ой, ну простите, больше не буду. Па, слышь, я вообще к тебе по делу. Ну, слушай. А мы тут с пацанами решили в караоке сходить, в общем. Подкинь деньжат. Да с твоими музыкальными способностями. Не песни петь, а стихи читать. Кто тут у нас шутить пытается? Я тебе на днях перевел деньги. Я все потратил. Что, прям все-все потратил? Нет, ну не все-все, но большую часть, да. Пап, ну я не могу перед пацанами блохом выглядеть. Пойми. Хорошо, я тебе переведу деньги. Но впредь постарайся тратить как-то поразумнее. Мне деньги достаются тяжелым трудом, с неба не падают. Понял. А ты зачем ружье достал? Хочу вас с Ольгой пристрелить. Мне ваши словесные поносы в печенках сидят. Ну как? Отлично. Но на свадьбу ты в этом платье не пойдешь. Почему? А, потому что дырка. О, я не заметила. Слушай, можешь зашить? До свадьбы еще неделя. Ты успеешь новое купить. Точно. Точно, я куплю более сногсшибательное платье, чтобы утереть этой Олесе нос. Так это же ее свадьба. Ну, я понимаю. Помоги. Просто она выкинула кружку, которую подарила боссу. Она просто ревнует тебя, Константин. Да что меня ревновать? Он же просто мой начальник. И тем более он вообще не в моем вкусе. А еще он педант. Ну, на работе это хорошо, когда все должно быть в порядке, но жить с педантом – это наказание. Я правда не понимаю, к чему все эти испанские страсти. Ну, Олесе, ты этого не объяснишь? Она как хищница, понимаешь? Метит свою территорию и просто не подпускает тебя. Алло. Привет, а ты где? Сонечка, послушай, я же я говорил тебе, что я сегодня днем встречаюсь с друзьями. Да? Ну, в общем, встреча затянулась. Я к тебе не успеваю, прости. Ты что, пьян? Мы же договаривались. Милая, да, я пьян, но так получилось, извини. Я не верю, что ты с друзьями. В смысле? Нет, сейчас я включу видео, пацаны. О, давай. Сейчас, Сонечка. Смотри, вот. Привет, Тули! Соня! Привет, Соня! Паша, Тимур, Саня, мы сидели все нормально. С нами девчонок нету, честное слово. В общем, все хорошо. Я тебя целую. Подожди. Кость, я что-то не помню, чтобы Валя была приглашена на нашу с тобой свадьбу. Ты шутишь? Сто раз это обсудили, составили список, конечно, приглашена. Но я не хочу видеть на нашей свадьбе твою секретаршу. Ну, во-первых, не секретаршу, а личного помощника. Во-вторых, она же получила приглашение. Ну, ты же можешь сказать, что мы передумали и хотим отпраздновать нашу свадьбу в кругу близких родственников и друзей. Это что за капризульки? Ну, это не капризульки. Ну, просто сделай, пожалуйста, так, как я прошу.
Я не хочу видеть этого человека на нашей свадьбе. Не думаю, что ты бы хотел, чтобы я нервничала и переживала в такой прекрасный день. Конечно, не хотел бы. Я просто не понимаю, чем тебе Валя не угодила. Она мне просто не нравится. Но она же расстроится. Как она потом ко мне будет относиться, а мне с ней еще работать. А со мной тебе жить? Сделай, пожалуйста, как я прошу. Я подумаю, что можно сделать. Ты мне самый лучший. Охота собрался. А ты опять пьяный за руль сел? У меня все под контролем. Подожди. Тебе не надоело каждый день до утра тусоваться? Ну, я ловлю момент, пока молодой. Я не против, чтобы ты встречался с друзьями, но пора и делом заняться. Очка, пожалуйста, давай сейчас только без нотации. Окей. У тебя скоро свадьба с Соней. Пора браться за ум. Слушай, я кайфую, я наслаждаюсь молодостью, но пока мне ярмо на шею не повесили, все хорошо. Ладно, иди спать. Вернусь, серьезно, поговорим о твоем будущем. Хорошо, Толь, загони. Папа может все, что угодно. Оп-оп-оп-оп. Вместо того, чтобы спускать деньги своего отца, лучше бы помог ему в бизнесе. Чего ты разоралась, старушка? Ты мне не мать, так что лечить меня не надо. Вот Инга приедет, я ей все расскажу. Совсем с катушек слетел. А скоро свадьба. Да что вы заладили? Свадьба. Ну, свадьба и что? Вы меня женить хотите, чтобы я остепенился, да? А вдруг я не хочу жить? Ну что вы в такую рань отношения выясняете? Слушайте, мы сами решим, что и когда нам делать. Идите лучше по хозяйству займитесь. Сереженька, ты кушать хочешь? Нет. Идем, я тебе покажу. Не-не-не, я хочу спать. Сейчас я Мишку позову. Ну чего, пошли походимся? Я сегодня Пасколь. Не понял, что случилось? Неважно себя чувствую. Ну что тогда на охоту поехал, дома не остался? Хотел побыть подальше от домашних. Надоели с Клоким. А, Коль, если хочешь, можешь взять мой ремингтон. Ты же давно хотел из него пострелять. Спасибо, конечно. Но, честно говоря, даже как-то странно. Ты раньше не разрешал к нему даже прикасаться. Все течет, все меняется. Мишка, что-то ты мне не нравишься, честно говоря. Ладно, с охоты вернемся. Поболтаем? Да, надо поговорить. Смотрите, что я оторвал в Мишаньке. А? Да пошли, пацаны. Здравствуй, Валя. Здравствуйте, Константин Борисович. Ваш кофе на столе. Спасибо. Документы на подпись через сколько принести? Давай попозже. Хорошо. Валя. Да? Присядь, пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить. А информации будет много? Мне за блокнотом сходить? Нет. Это не по работе. Хорошо. Валя, Олеся не хочет, чтобы ты была на свадьбе. Она говорит, что это мероприятие для близких людей, для родных, для узкого круга.
Хорошо, я не приду на свадьбу. Это все? Я хотел, чтобы ты была. Ты мой верный помощник, можно сказать, друг. Просто мне хочется, чтобы Олесе было комфортно на свадьбе. Я вас поняла. Я могу идти? Да. Натак, прикинь, я не иду на свадьбу. Почему? Да я не знаю. Это Олеся не хочет меня видеть. Грязнивая. Ну, может, подкараулить ее в каком-нибудь темном месте и спробовать на ней пару приемчиков, которые мы выучили на курсах самообороны? Пожалуйста, не напоминай про темную улицу. Я сразу вспоминаю, что было 6 лет назад. Да. Ладно, все, пошла работать. Давай. Ром, у тебя есть отвертка крестовая? А то мой батон срезал. Да, в ящике возьми. О, спасибо. Слышь, Ром, ну что, тебя поздравить можно? То, что на свободу собираешься? Так сказать, с чистой совестью. Ага. Ну, совесть моя всегда была чиста. Можно, знаешь, как даже сказать? Кристально чисто. Ну, слушай, мы все здесь без греха, да? Святые пацаны, да? Ну, а что это? На свободе там гражданка какая-то благородная ждет, а? Что, не надо кричать, я понял. Занимайся. А я баланду. Я серьезно болен, Коль. Сдал анализы, жду результатов, можно сказать, приговора. Главное, все так быстро, неожиданно. Что? Настолько все серьезно? Пока не знаю, но глаза врача, Сережку, ты его знаешь, в общем, многое мне сказали. Ну, глаза – это еще не приговор. Может быть, не все так страшно? Да я, может, даже до свадьбы Сережки с твоей Соней не доживу, а уж внуков-то точно не увижу. Ладно, ладно, ладно. Типун тебе на язык. Да мы с тобой еще и попляшем вместе на свадьбе. И внуков нянчить будем. Главное, что с бизнесом делать? Серег мой, раздолбай. На кого все оставить? Можешь его привлекать потихоньку. Пусть вникает постепенно. Разве его заставишь? Нет, у меня ни сил, ни времени все это ему втолковать. Вот не станет меня, ведь все растратит и с голоду помрут. Что Сережка, что Ольга. Ну ладно, ты прям целый сценарий расписал. Ты сначала анализы сдай. Может, правда, не так все серьезно? Дай ты бог, дай ты бог. Родной, повтори. Я бы на твоем месте пришла бы на эту свадьбу и устроила бы скандал. Наташка, ну ты же меня прекрасно знаешь, я так не могу. Ну тогда в день свадьбы Степана с этой Олеськой, спасибо, пойдем в караоке, напьемся, напоемся и вообще оторвемся по полной, согласны? А вот это другое дело. Молодой человек, можно вас? Да, я вас слушаю. Где мои венские вафли? Простите, но вы не заказывали. Что значит, я не заказывала венские вафли? Секундочку, я сейчас узнаю. Наташа, ну ты же не заказывала вафли. Да, я знаю, что не заказывала, но как же поскандались. Пар выпустить. Вот ты даешь, подруга. Ну что, Гром, давай спокойно тебе свободы и назад не возвращаться. Да ладно, тебе тоже чуть-чуть осталось. Это он пацанам попал сроком отдать. Это точно. Давай, удачи. Оторвись там на свободе за нас. Ну, а вам здесь легкой жизни.
Больно. Олесь, ты что, поправилась, что ли? Он не застегивается практически. Свет, вообще-то я полторы недели ничего не ела и ходила в зал. Ты изначально взяла его впритык, говорила, возьми на размер больше. Ну как? Ну как? Нормально. Ладно, ладно. Ты чего? Ты выглядишь просто сногсшибательно. Не врешь? Не вру. Правда? Вообще, я тебе завидую. Такого мужика ты хотела. Богатого, симпатичного. Ты его хоть любишь? Честно говоря, сложно сказать, но мне с ним комфортно. Единственный человек, которого я любила, это... Леша. Но уже все в прошлом. Не хочу связывать свою жизнь с уголовником. Так, где мои туфли? Туфли? Спасибо. Здравствуйте, Ванна. Здравствуйте. Ты прям светишься сегодня вся. Ой, столько всего набрала, что клад нашла. Или спонсор появился. Да какой спонсор? Все с пенсионных набрала. У меня же сын возвращается. Хочу его порадовать чем-нибудь вкусненьким. Поздравляю. Вот там возьми шоколадку по акции. Да какие шоколадки? Он столько времени нормальной пищи не ел. Буду откармливать своего сыночка. Тебе пакет нужен? Нужен. Что ж такое? Я вернулся, меня никто не встречает. Вы Крамоненко? Да. А вы не знаете, они здесь живут или приехали? Здесь? Только у них сегодня свадьба. Чего? Свадьба? Олеся замуж выходит. Скажите, вы не знаете, случайно, где проходит торжество? Знаю, недалеко здесь, в юбилейном. Спасибо. Свадьба подарок. Хорошо. Пойдем бахнем. Пойдем. Слушай, Лешка бы точно такого не организовал. Максимум бы посидели на кухне, отметили. Слушай, ну, не факт. У него были грандиознейшие планы на наше совместное будущее. Хотя, кто знает, как бы все закончилось, если бы он не попал туда, куда он попал. Ну, Костя точно не попадет. У него есть голова на плечах. Такой педант. Свет. Да. А что, гости не читали пригласительный в адрес-код? Читали. Я сама написала. А почему все одеты, как попало? Ну, ты. Можно пройти? Нет, нельзя. Почему? Ресторан закрыт на частное обслуживание. Свадьба. Да я знаю невесту, Олеся Романенко. Позовите ее, пожалуйста. А вы позвоните ей, она и выйдет. Да я не могу, у меня батарея села. Ладно, сейчас попробую позвать.
Прекратите! 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 Мам, Хио! Прекратите! Прекратите, пожалуйста! Леша, мама, мама, мама! О, чем это у нас так вкусно пахнет? Да, обычные тосты с гвакамоле и яйцом. Прям как в нашем отеле на Мальдивах. Да. Захотелось вернуться в наше романтическое путешествие к завтракам на берегу океана, где были только ты и я. Да, было чудесно. Что-то случилось? Наваль написала. Партнер просили перенести встречу на сегодня. Надо ехать в офис готовиться к ней. Костя, вот объясни мне, пожалуйста, что это за секретарша такая, которая даже не дает своему шефу нормально позавтракать? Мне она не нравится. Она моя личная помощница, должна контролировать график, это ее работа. Ну вот лично мне кажется, что она совершенно не справляется со своими обязанностями. То ты раньше всех прилетаешь в офис, то задерживаешься там до полуночи. И вообще она какая-то неприятная. По-моему, кто-то просто придирается. Нет. Если бы ты видел, как она со мной разговаривает. Как будто бы я ей враг какой-то или ей что-то плохое сделала. Но ты же прекрасно знаешь, насколько я чувствительна к таким моментам. Я начинаю переживать, нервничать, у меня портится настроение. Может быть, стоит подыскать себе другую секретаршу? Не, ну я могу поговорить с Валей, но увольнять ее точно нет повода. Ну хорошо. Когда ты увидишь это, ты точно не захочешь, чтобы я нервничала. Что это? Посмотри. Сюрприз? Угу. Ваше образование, конечно, по нашему профилю, но, видите ли, прогресс не стоит на месте. За 6 лет технологии изменились, задачи ставят новые. Так что сами понимаете. Ну, не проблема. Я быстро наверстаю упущенное. Увы, не получится. Сейчас основной инструмент проектировщика – это компьютер. Знание новейших программ и так далее. Как у вас с этим? Ну, не особо. Вот видите. Сожалею, но мы не можем взять вас на работу. Извините. Хорошо, я вас понял. Извините, что потратил ваше время. Удачи вам в поиске работы. Доброе утро. Доброе. Я подготовила документы перед встречей и еще отправила по почте. Партнеры написали, что будут после обеда, так что у вас есть время по-быстренькому ознакомиться. Да, и я пойду пока переговорку забронирую. Да, Валь, подожди. Макс, сходи покури. Присядь, пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить. Да, конечно. Валя,
Я решил пересмотреть кадровую структуру нашей компании. Наша компания должна активно развиваться, а вместо этого она как будто стоит на месте. Поэтому я сейчас не настолько нуждаюсь в личном помощнике, насколько в человеке, который сможет стать моей правой рукой. Человеке, который хорошо бы разбирался в рынке и при необходимости смог бы меня заменять на важных встречах, понимаешь? Поэтому я хочу поблагодарить тебя за проделанную работу. Ты внесла неоценимый вклад в развитие нашей компании, но на данном этапе мы вынуждены с тобой расстаться.